Ну что, дорогие друзья, вы увидели, но не знаете, что это такое. Меня зовут Тайна НЛО, и сегодня, дорогие друзья, сядьте покрепче и приготовьтесь. На нас напали. Шучу, конечно, на нас не напали. То, что вы сейчас увидели, это поражающие кадры, которые, наверное, вообще есть в YouTube. Исходя всего моментами, то, что вы наблюдаете сами, это не то, что вы видите прямо сейчас. Все моменты, которые вы наблюдаете, у вас есть один вопрос: почему СМИ молчат? Я хочу сказать только одно. А зачем вам это знать, в панику бросаться? Правильно, из-за этого они молчат. Зачем вы думаете, что ваш сосед там пришелец, когда вы знаете, что он не пришелец, а все-таки он пришелец? И сегодня мы разберем два ролика. Первый ролик, который вы увидели, и второй, который вы тоже видели. Мы их будем досконально разбирать. Два ролика, они очень странные, и их происхождение различается по направлению. Первый ролик, который вы сейчас видели, и сейчас вы его видите, то знайте одно, дорогие друзья, этот ролик был снят в Китае. Наблюдаете, как три вертолета пытаются контактировать с НЛО. Я не знаю, что было дальше, но редкостный ролик был закрыт в общем. В плане того, его закрыли, исходя всего, что сильно много данных и много пришельцев вообще стало происходить в этом году. Но что они забыли именно в Китае? Да, вы видели, как в Китае разлетался вертолет на много частей, то, что НЛО уничтожил. Но вы наблюдаете, что вертолетчики летят к этому НЛО. Как будто они наладили связь с ними или еще что-то. Это очень странно и очень поражающие кадры. Но что-то тут не так все-таки. Может, это все-таки военная разработка? Не знаю, как вы, дорогие друзья, но это очень закрытая тайна. Мы видим все то, что мы видим, мы принимаем близко к сердцу. Но потом нам в уши долбят, что это не так. Нам вешают множество интересных лапши, которые мы потом потихоньку начинаем съедать сами у себя. Но что-то здесь, дорогие друзья, странно. Странно в том, что все ролики очень странные в плане того, что сами НЛО, они то уничтожают, то уничтожают ВВС, то уничтожают самолеты, то еще что-то. Почему эти ролики были запрещены вообще? Не знаю, дорогие друзья, но это очень страшная и странная тема в плане того, что все это существует. И существует НЛО, и монстры, и существа. Но что было дальше с китайскими вертолетами, никто не знает. То, что снял военный очевидец, который снимал на камеру, ему повезло, что он остался еще в живых. Его бы должны были казнить после этой съемки. Но видеоролик остается видеороликом. Может, его казнили, может, еще что-то. Никто не знает. Но давайте мы перейдем ко второму ролику, который тоже очень интересный. Этот ролик был снят, дорогие друзья, вы не поверите. Правильно, в Беларуси. То, что вы сейчас наблюдаете, множество НЛО просто зависли над деревней. Что они там забыли, никто не знает, но их масштаб очень разный, их движение поражающее. Что это? Конец миру или конец нашей планете? Но они уже не стесняясь даже зависли. Очевидец снимал, его зовут Иван, ему 28 лет, он был поражен, увидев эту картину, рассказывает он. Я услышал, как псы стали гавкать. И я посмотрел наверх и увидел неопознанный летающий объект. Рядом с ним стали проявляться еще множество других объектов. Что происходило дальше, вы видите сами. НЛО просто-напросто вертелась, крутилась и просто-напросто исчезла. Почему мне скинули такой ролик, я не знаю. Они целиком мне его положили в почту, а именно частично. Но что вы видите, то, что я вам показываю. Но почему они появились в Беларуси, эти НЛО? И вы посмотрите их очень интересный масштаб. Они как будто раскиданы
от себя друг друга очень равномерно, чтобы, наверное, мало ли что, какой-то, допустим, не было угрозы или еще что-то. Все это просто странно. Но если люди думают, все эта картина, все иначе, это фейк, я не знаю, дорогие друзья, я брать не буду на себя, что это оригинальное. Мы сделаем так, что как и есть, я вам показываю. Все это хорошо, но посмотрите, дорогие друзья, оригинальность этого ролика. Вы видите? Это и правда настоящий ролик, который вы, наверное, первый раз сейчас видите. Но кто на моем канале уже видит уже давно. Но почему вот такие НЛО и в Минске, и в Белоруссии, и в Канаде, и в США, и в остальных других регионах проявляются как агрессия? Почему воздушные силы Белоруссии не подняли самолеты, вертолеты и так далее? Очень странно, может, радары их не видят. Кто-то говорил, что радары может не замечать их защитную оболочку. Кто-то утверждает, что это, дорогие друзья, военного происхождения НЛО. Не знаю. Я прекрасно понимаю вас, вы прекрасно понимаете меня. И надеюсь, я понимаю вас в том, что вы пишете мне, говорите мне. Я надеюсь, вы поймете все то, что я вам показал и рассказал. Не судите меня строго, дорогие друзья. Может, я чуть-чуть ошибаюсь, может, я вообще не прав. Я просто от вас требуется только одно. Не надо быть таким жестоким даже себе. Меня зовут Тайна НЛО, и на этом все заканчивается. Досмотрите до конца ролик. Может, вам в конце будет все понятно и ясно. Поставьте лайк, дорогие друзья. Не ленитесь, подпишитесь на этот канал. Поставьте, конечно, с друзьями колокольчик, чтобы не пропускать эту тему. И ждите меня в следующий раз. Спасибо за внимание. До новых встреч!